袜子，喂。Закончился наш тур, да? В Сан-Диего. Наш хоккейный тур. Наши соревнования. Едем домой. Возвращаемся в нашу обычную, суматошную жизнь. It was very good things. Guys, can you say доброе утро? Доброе утро. Как хорошо сказали. Рамзан, заходите, не стесняйтесь, чувствуйте себя как у себя в машине. Едем домой, наверное, 2.5 часа, максимум 3 часа. Останавливаться вряд ли будем. Или, может быть, один раз, чтобы ножки... что сделать? Развести. И уже не терпится домой. Наместо докс. Говорит, будем скучать по уткам. Все сделали, всех покормили. Правда, и счастливы. Я снимаю и смотрю на дорогу. Там машина проходила. Заупсилась. О, прямо близко остановились. Наш крокодил Гена опять в тот же кофе-бин приехал, чтобы забрать кофе. Опять поднялся машиной на тротуар. Арм, очень низкая эта передняя часть. Ниже, чем наши легковики были. И вообще легковики. Почему так низко делают передовики? Не знаю. Пожалуйста, передайте нам, зачем, куда едем, немножко приближайте к тротуару, уже на тротуаре. Anyway, это не важно, Гена, идите покупайте кофе. Бану зуме керехайк? No. No? LL. LL? Lemon loaf. Lemon LL. Yeah, also LL. LL. Два LL, лимон лоф, лимонный кекс. Люсин? Люсин LL? Окей. Чёрс? Окей, 4 LL. Все хотят лимонный кекс. Любят. Поеду домой и спеку, у меня лимонов полно. That means they stopped first all to get a piece of lemon loaf. Thank you. Let me grab mine in this room. I want water. Jure uzum. I want some drink. Zgush. I said jure uzum. One for me. In a moment. Yeah. Please wait. Yeah, here. Are you enjoying your LLs? Yeah.
Yeah, I know. Вот теперь в путь. Вкусно, Рамчан? Поехали. Дом, милый дом. И вы представьте Арка. Не успела вовремя заснять еще. Камера не под рукой была. В этот момент он, во-первых, сел у компьютера сразу в медали. Как учительница спросила, он достал свою медаль. Самое важное событие в Калифорнии спортивное. Я участвовала в самом важном событии в Калифорнии. И выиграл бронзовую медаль. И хотел как будто распространиться, но, наверное, учительница остановила, потому что там у них в классе другие дети. Про всех
спросишь. Anyway, очень радовался. И весь урок сидел в медали. Время от времени вот так про медали, как будто нечаянно. Как будто он просто здесь купается. Смешно было смотреть. Несколько раз замечания сделала, потому что уже чересчур. Сказала, ты сейчас в школе, Арка. В школе. Во что превратилась школа? Пока вас заговаривала, несколько свежих цветов нашла. Маленький куда-то положу. А, и не остановились, цветов у нас дома сейчас нету. Ну и хорошо, люблю время от времени оставить дом бесцветным. Пусть отдыхает. Это только соскучились по дому. Быстрый кофе должны выпить. Потом подумала, столько еды уже обратно везу. Давайте это доедим, потом пойдем пошапимся. Арка еще хочет, чтобы сестра интервью у него взяла. После каждой игры и соревнований, если что-то бывает такое серьезное, они возвращаются домой, и концовка бывает «Лилит Спорт Ньюз» называется. Она так просто, как будто микрофон, что-то в руках держит, расческу или что-то, и интервью берет у Арка. В этот раз она, кажется, забыла про интервью. Арка спрашивает, ты все сняла, все детали, все подробности? И говорит, да. Говорит, а как насчет интервью? У меня интервью брать будешь? Представляете? У нас такого ребенка нету. Сам просится на интервью. Люди убегают от интервью. Терпеть не могу интервью. Да. Отказывала всегда-всегда. Не люблю интервью и вряд ли полюблю. И потом всегда бывали, в общем, разные люди. Говорю, про меня все, кто меня знают, смотрят, они все знают. Что вы будете спрашивать, скажем? Ну, не говорю, просто коротко всегда говорила. Все, что нужно, люди уже знают. Right? Вопросы. А вот этот ребенок хочет давать интервью. Ты любишь давать интервью? Хочу просто знать, в кого он пошел такой интервьюишный. Детей надо подготовить. Ладно, давай кофе выпьем домашний. Твой ручный. Свой базилик с собой привезла. Посажу. Все равно, если бы там оставила, они выбросили бы. Что будет сажать? Столько вещей у нас было в этот раз. Тапочки чуть не забыли. Сегодня муж пара рассказывает. Если бы она работала завтра на дурсаге, на сосед чингеля. Really? Поэтому тапочки кто-то не знает. Скользят, наверное, тапочки. Он рано утром вышел, все мы спали, решил выйти на траву, ход и говоря, как будто воздухом подышать, наверное, сутками пообщаться. Говорит, так с уверенностью вышел, как ногу на траву положил сразу, упал, но как никто не учает, чем тесет. Жаль, что не увидели. Не с ним все в порядке, не беспокойтесь. Но самое главное, он так смеялся. Ну, наверное, смешно упал. Это надо было видеть, это надо было заснять. Ну да, не всегда нам везет. Пайп прибыла, легендарный. Жалко было, такой вкусный был. В морозильник положила. Холодильник ночью, потом утром положила в морозильник, чтобы хорошенько простудился. Разогреем, съедим. Просто быстрый, мимолетный кофе у нас будет. Ой. Так быстро прошло, Аля. Время 5 ночи, 6 дней. Но мы ехали на 4 ночи, 5 дней. Но одним вздохом все прошло.
Он еще усталый. У него еще опять шея болела вчера. Вечером вспомнил опять. Но сейчас не болит. Холодный компресс положила. Всегда так эти соревнования детей как будто разматывают. Но очень сильно дети трудятся. И потом в результате что-то болит, и у Арнака конкашен был. Конкашен как будет по-русски? Уэрцинцун? Сотрясение мозга? Ну, у него мозги, ничего не случилось, но у него какие-то симптомы были. Он должен был быть в темноте, не читать, на компьютер не глядеть. Почти сколько дней он так остался? Две недели так остался. Опять после соревнований. Я рада, что у него просто шеи отделились, как бы отделались. Ага, такой спорт, хоккей. Совершенно не хочу, чтобы мои дети были спортсменами, атлетами. Пусть комментируют, пусть что-то другое делают. Я по-своему права. Ох, не хочется двигаться с места. Ничего не поняли, но поняли, что было хорошо, очень эмоционально, звучно, столько не кричала. Я 5 лет с Арнаком кричала, болела, давай. Сейчас мои дети тоже, когда болеют, говорят, давай. Даже не понимают, что значит давай, но знают, если сильно болеешь, нужно это слово сказать. Так что мы хорошенько надавали. Вернулись. У него что-то маленькая работа есть для школы. Это заканчивает с песней по жизни. Сколько времени? 10 минут у нас. У меня пакет какой-то прибрался. Встала. Даже не думайте, чтобы я встала и пошла. Что это творится? Я не заказывала. У меня еще 2. Кажется, я на месячный или на какой-то subscription нажала. Я тоже так плачу. Я не заказывала. Это уже 2-й пакет приходит. Знакомыми делилась, но у меня еще есть. Джон. Нужно посмотреть Amazon. Хаджан. Can I take a break from it? Ничего, Ритинур говорит, можно я перерыв сделаю. Красит этих козликов красит. Или бы ты снималась? Ты писи. Он Галхарат сделал, уверенно. То есть нехорошо сделал. О, из Ханны Саре. А, окей. Да. Мог бы и лучше. Почему-то блондинки эти козлики. У Арка другого цвета волосы, по-моему, сделаю. Ага, Аридир Паюсака, давай. Устал маленький мальчик. Только 3 козлика перекрасил. Аридир Фолдер и Кэч. У кошек не так и наки. О, я тоже делаю. Он эту бабушку нарисовал. Подожди, лучше папа, папа инфустанг. Papik, batatik ez banerin chiches, inchi kukineri ches nergel. Mihanu mechit. Babushku perekrasil. A pechenya ostalis. Pirozhki. Bezcvetnye pirozhki, bledneye. Eto to, chto ne nasha babushka. It's okay. I volosy takogo nekrasivogo tsveta. U nashikh babushek u oboikh khoroshiy tsvet volos. Ne takoy. Mai seryy. Она часть партнера. Еще не доделал, но хочет уже положить в фолдер. Тохтрас. Ох, как соскучилась по-домашнему. У нас с собой домашний кофе был. Но когда кофе несколько дней держите, то есть перемалываете и держите, скажем, в пакете в целлофану, вкус совершенно... Арам, скажи, что меняется? Совершенно другой вкус. Очень сенситив стали с возрастом, наверное.
или не с возрастом. Вчера мужу что-то рассказывала, здесь болит, что-то не то, это туда, это сюда. Говорю, может быть, взрослеем? Говорит, нет, а ты что? Говорю, о, да, ты прав. Конечно, возраст тут при чем? Действительно, при чем тут возраст? Плохо видите, плохо слышите, плохо нагинаетесь, плохо двигаетесь. Это просто называется усталость. А мы, честно, между нами, немножко устали от этих соревнований. Ну, воспоминания на всю жизнь. Арка еще думает, что он маснак целяем. Участвовал в самом большом спортивном соревновании по масштабам Калифорнии. Но действительно было что-то по масштабам Калифорнии, но не самое большое такое. Но большое будет как-то в феврале. А в феврале заканчивается. Ну, где? В марте? В конце марта начало. А, в конце марта еще, если все по плану пойдет, они будут хорошо играть, поедут в Сан-Хозе. Это сколько часов? 5? 6-7. Я должна поехать, потому что если я еду, они побеждают. Шучу, конечно. Но знаете, да, это хоккейное суеверие. Если что-то в этот раз делали и потеряли игру, значит, в следующий раз нельзя это делать. Опять потеряете. Он как свой жакет не одевает теплый, идет мерзнет там, потому что в этом жакете они проигрывают. Но пока я вас заговаривала, время прошло, Арам, пойду быстро. А это нужно узнать. Викян, мягким Амазоном на GoPay subscription, не Марель? Будете... А? А как появятся актеры? Они идут в школу, я беру их принадлежности. Матка, матикер, бунавы, ходит, ходит, ходит! Все, кажется, едем наконец-то. Bye, guys. Bye, Arivas. We're going to Argentina. Как только одел капюшон, а капюшон... Только что с мужем заметили. Опять позеленели. Он на меня смотрит, я на него смотрю. Мы сегодня в зеленых тонах. Сейчас. И он войдет. В разных зеленых тонах. Хаджан? Why? I just love singing. I know. Он говорит, я просто очень люблю петь. So late? No, we're not late. Уша целен, Карам? Чуточка? Да. И добрались. 4 минуты опоздали. Но главное на месте. Сегодня весь день на дороге были видны дети. Окей, ты хоть бацара, дура? Арка бацара? Арам дура бацара. Окей, гайс. Увидимся. Говорю, иногда нужно сказать, какой у них урок. Ну, сколько детей, столько уроков. Говорю, у них хоккей и армянский, хотел сказать, шахматы и армянский. Но самое главное, друзья, товарищи наши добрые, подождите, сейчас фокус меня возьмет. Подождите. Мы в фокусе сейчас. Окей, детей оставили, а себя куда поставить, оставить? 2 часа. Придется сделать 5-минутку. Но с вами попрощаюсь, вы, наверное, тоже устали от дороги. О, ну так тоже бывает. Один за всех, все за одного. Вы вместе с нами, мы вместе с вами. Самое главное, берегите себя. Огромное спасибо за вашу любовь, поддержку, добрые, хорошие пожелания, слова. Вы нас вдохновляете, мы вас любим, ценим, уважаем. Увидимся.
не тебе говорю, увидимся с ним каждую минуту увидаемся. Все, Арамджан, пойдем на пятиминутку. Давай туда встанем, а то люди смотрят. На нас смотрят.